Мы находимся в пустыне Тар, идем на верблюдах, перед нами косули бегут. Она едет. Продолжаем путешествие по пустыне наше. Как тебе понравилось? Ноги болят, попа болит. А чего? Ножки вот так, потому что верблюды высокие. Они тоже устали, посмотри. Вот эти верблюдики. Это мой, я на нем ехал. Он такой спокойный у меня. Отвернулся. Это Леннон верблюд. Называют его Майкл Джексон. Пританцовывает по дороге. Постоянно жует что-то. Или зубами хрустит, непонятно. Вообще наркомафия. Спокойный такой. Ну вот такая вот пустыня Тар. Мы сегодня видели и косуль, и финька, дюны. Паша, это что-то ползало? Нет, это кто-то что-то рисовал. Ну вот так. Здесь у нас будет закат, ночлег. Смотри, какой жучок. Да. Это ж тот, который вот эти вот шарики какашки собирает. Я не знаю. Я знаю. Какой-то жук. Он попой собирает вот так, 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 так. Смотри, какой песок. Легенький. Как мука. Где-то здесь мы будем ночевать. Вот там он постелил нам одеяло. Ночлег будет в пустыне. Но пустыня здесь такая необычная, как полусаванна. У нас будет кормежка. Вот такая вот пустыня у деревни Кхури в Раджастане. Мы находимся в 80 километрах от Пакистана. Так, у Лены зима. Да, 5 декабря, Лена катается типа на лыжах. Песочные гонки. Раз, два, три. Не едет. Тормоза выключай. Вообще легко высыпает. Ну да. Вот солнышко появилось. Заката. Леночка на дюну уселась, да? Там верблюдики. Мальчик-погонщик готовит нам еду. Мы встречаем закат в пустыне. Красивенько.
картинка стала еще лучше. Такое зрелище у нас тут. Уединенность, релакс. Ты в песочнице? Сверху прохладный песок, а внизу лайнач. Ну все, теперь утречком продолжим. Вот наступил рассвет следующего утра. Те же дюны. Как-то облаками затянуло небо чуть-чуть. Ночью было свежо. 14 градусов. Лена еще просыпается. Потянулась. Джиту готовит нам чай. Малин. Yes. Да, Финёк приходил. Кружил тут где-то. Где ходил, потом убежал туда. Понятно. Мы всегда до сих пор ездим. Да. Ну вот, заканчивается наше путешествие в пустыню. Пустыня. Мы решили обратно не ехать на верблюдах. Решили пройти пешком. Некомфортное чувство ехать на верблюде. С утра все девочки здесь носят дрова на голове. Из пустыни приходят. Ну и вот непосредственно деревня Кхури. Есть такое озеро небольшое. Оазис. Ну вот как-то так. Вот и все.